Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, а также просто видео слушатели нашего канала. Это видео посвящено одной из фабул наших аудиопсихокоррекций в разделе аудиопсихокоррекции, их можно найти. И, соответственно, здесь вот красненьким отмечена фабула 1.2, она у нас была обновлена. Она звучит как готовящаяся к обновлению, и сегодня мы ее обновили. Фабула под номером 6.0034, и звучит она следующая. Обращаются признаться к ней часто, то есть действительно это актуальна фабула. Настрой на восстановление, заживление, выздоровление после любой сложной операции. Такая вот несколько обобщенная формулировка, но тем не менее понятно, каждый день в России происходит сотни и тысячи каких-то операций, там, полостных, неполостных, разных. Одним словом, люди хотят, чтобы как можно быстрее у них все это зажило, обновилось, организм восстановился и так далее. Понятно, что тут играет очень много факторов, то есть как сама операция проходила, анестезия, количество сахара в крови, ну и собственно так далее и так далее. Много факторов влияет на процессы заживления. В данном случае помогает психика. Значит, в этой аудиофабуле зашито 18 различных частот, и они не содержат какого-то там особого, там нет никаких слов, это никакая там не гипноз никакой, это просто технология, то есть определенные частоты, воздействующие на, значит, головной мозг человека, приводит к тому, что активируются процессы выздоровления, заживления, ну и так далее, вот подобных вещей. Мы ее обновили и представляем ее вам как обновленную. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!